Доброе утро. 9:34. Встала я, будильник у меня прозвенел в 7 утра. Я не могла подняться минут 40. Я просто валялась, пыталась как-то себя настроить на то, что надо подняться. В общем-то, нос, как видите, не лучше. Кунтошу буду в эфире. Сейчас вот мы на новое радио едем, потом еще на дачу, да? И везде буду кундосить в эфире. Поэтому, что делать? Ужас. Так что я вот сейчас докрашу что-нибудь. Ну, вообще я в очках буду. В Москве окончательно наступила зима. Я вышла, просто лед под ногами. Снег вот этот, который шел вчера, он еще весь заледенел. Причем вчера он еще таял, а сегодня все заледенело окончательно. Просто каток. Все, очки я надела, потому что глаза выражают побитость некую. Вот, поняла. Заходим. Всем здравствуйте, направо. Здравствуйте. Мы приехали. Мы к вам приехали на час. Привет. Бонжур. Hello. Давайте обнимемся. Ну, давай. Я просто еще тоже не помню, проснулся. Но все такие. Но как бы функционирует, делаю вид, что я могу думать. Ну да, я тоже типа того делаю вид, уже через очки. Ты зачем заметила, что ты забыла кофе? Я хотела его выпить. Все, оставляю вас на съедение. Не успела накраситься, не успела сделать эпиляцию, но это утро. Просто в тропях собралась. Ну что, бодренько мы так начали вообще, да? Мне нравится с вами общаться, вот, ребят. Доброе утро! Это влог, Юля. Да, это влог. Ну скажите, я... Сколько у тебя подписчиков на Ютубе? 200 тысяч. 200 тысяч, неплохо. Привет, подписчики Юли. Привет, вы там хорошо себя ведите в комментариях. Это новый ведущий на новом радио. Привет, подписчики. Подписывайтесь на нас тоже. На новое радио. Ну, скажите честно, со мной весело вам или так? Не то слово, мы только из-под стола вылезли от приколов. Постоянно смеялись. Вот уже 10 минут. Ребят, его советую. Океаны, а ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Господи, Толя, душевно. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть. Оставайся сама собой, целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Ой, мама! Давай я! Держись! Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. После такого надо, конечно, в церковь сходить. Изгонение бесов сейчас происходило. Это было круто. Мне весь эфир было невероятно жарко. Я взяла какую-то еду с собой, нам ехать час. А еще постоянно чихала. Ехали реально долго очень. Машин так много.
Это в совершенно другом месте Москвы. Приехали на радиодачу, и мы тут уже сидели. Какая кафешка, сейчас мне подогреют еду. Я очень голодная. Салатик у меня. И там плов будет. В состоянии, если честно, не бележачего. Просто отвратительное. Но надеюсь, сейчас поем получше станет. Вроде полегчело. От еды и от кофе. Бананом мне. Ой, фу, мне так не понравился кофе с банановым молоком. Пишите, кому это вообще нравится? Мне. Мне. Ну, кокос лучше, но кокос он просто совсем не сладкий. Просто кофе с бананом, это какая-то... Ладно, просто съесть нормальный банан с кофе, это я могу. Но когда молоко банановое в кофе... А там, говорят, пишется клявер. Давно не видели? Вот сейчас я вам покажу клявер. Тебя рад видеть, пожалуйста. Ой, я обожаю, конечно, какая она сладкая. Мне очень хочется верить, что ты откроешься двери. У нее уже меняются зубки, да, нижние? А у нее выпал один. Ну, уже пошли, короче, первый. Да. Она вот совсем раненькая у тебя. Вот они, блю. Ну, классно. Ну, конечно, папа вылитый по часам. Слушай, ну и что? А что, это плохо, что ли? Девочка, она похожа на папу, а мамочек на маму. А по характеру я просто. Ну, этого и достаточно. Все нормально. А вас я заберу тогда в студию. Идем в студию, да. Здрасте! Здрасте! У меня жизнь. Можно присаживаться. Угу. 7 лет, дорогие сейчас гости. Опять сидим внизу, Влада монтирует звук, потому что его нам сегодня выпускать. Я не смогла удержаться, но сочник меня так и манил. И сейчас я его буду есть. У меня все равно будет тренировка сейчас. И ну, я говорила, что чувствую себя не очень, поэтому решила все-таки себе позволить. Будем разговляться. Итак, его величество. Кстати говоря, я не рассказала смешную историю. Давай, опозорим. Ой, да ладно, это так смешно было. Жалко, что я не сняла. У меня не было в руках камеры. Мы когда шли уже к машине, Влада взяла мою сумку, и она ее взяла прямо с подставкой. Она не заметила, как она несет ее вместе с подставкой для сумок. И потом я смотрю, какой-то звук. Пюм, такой, думаю, откуда у нее железки там? Никаких железок ведь на сумке нет. Ну вот, моя сумка. Ну, это реально было смешно. Да. Вот. И никаких же железок там нет. Я думаю, где она там железки нашла? Надо было проходить через вот эти железные такие створки. Я поворачиваюсь, смотрю, на сумке эта фигня. И она там тоже так смеялась. Ну, охранники, естественно, забрали эту подставку, вернули обратно. А мы хотели с собой унести, да. Ребята, итак, мы у Останкина, лицо я свое не снимаю, оно у меня вообще не накрашенное, уставшее, такой замученный нарзан. Мы приехали на съемку нового шоу, и мы будем там петь, разговаривать. Сейчас у нас с вами поздний вечер. Сколько сейчас время-то?
22 чего-то там. В ночь пойдем. Вот так бывает, снимают утренние программы. Гримерка, да? Да, вы можете располагаться здесь. О, какая красота. Прям приятно. Очень приятно. Посмотрите, как они подготовились. Это так мило. Все так красиво стоит. Ой, я бы все с удовольствием съела, но это все нельзя. Вот салфеточки прекрасны. Я их перенесу туда. На гримерный стол. Итак, пока у нас есть время, мы с Владой сейчас идем есть. Осталось какое-то одно место, которое еще работает. И мы туда пойдем поедим. Пока посмотрим. Телевизор. Кстати, у меня дома нет телевизора. Пишите, у вас есть телевизор, вы его смотрите? Мы уже не смотрим его, наверное, лет 10. А ты смотришь? Я не подключил. Я кино так смотрю. Я такое ощущение, что на гастролях, но вот так еще и все. Прелесть. А здесь уже ничего не работает. Хорошее, кстати, место. Мы тут часто были, ели. Все, что осталось, нажито непосильным трудом. Все остальное на улице там. Это мне нельзя. Тут вот еще, смотрите. Оказывается, есть меню, в котором можно заказать. Я сейчас буду смотреть, и мне приготовят, поэтому пожелайте приятного. Вы посмотрите, что мне принесли. Это же шикарно. Вот рыбка и вот салатик. Ребята, я тут наврала. Посмотрите, кто рядом-то, Хрусталев. Здравствуйте. Оказывается, он будет ведущим этой программы. Даже будет, уже есть. Уже есть? Несколько раз был. И это прямой эфир. Она вас там обманывает, что запись, это прямой эфир. Так я не знала. А знаете, почему прямой эфир? Потому что мы снимаем как в 0:20 по Москве, а это в Петропавловске-Камчатском 9:20. Поэтому это прямой эфир сразу туда, а потом часовые пояса, так вот они меняются, передача идет сюда. Так что ничего не вырезать будет невозможно, Юлечка! Да у меня уже не испугаешь прямыми эфирами, особенно утренними, потому что когда которые ты встаешь... Которые снимаются ночью. Вот этот первый раз такой эфир. А когда ты просыпаешься в 5 утра, чтобы приехать в 8 и уже начать петь... На Первом канале у меня такое много раз было, мои знают. Какая ты трудяга. Тебе удачи сегодня. Спасибо тебе. Я на финишной прямой доделывают волосы и зашивают мне рукава, потому что они очень длинные. С ребятами уже отчекались. Студия такая яркая. Будем выступать на ковре. Не, вот тут такое. Хотя, может быть, ваш взгляд может освежить. Образ. Мы идем на прогон, потому что прямой эфир и это норма. Очень уставшие. Сколько время, скажите? 0:09. 0:09. Мы все ждем, когда начнется прямой эфир. Страна у нас огромная, поэтому где у нас ночь, там во Владивостоке утро. Соответственно, нужно крепиться и делать вид, что мы только что проснулись. Такие все накрашенные, одетые, отдохнувшие. Сначала Магадан, потому что там плюс 8 часов, а потом Владивосток, там плюс 7 часов. Я вот что-то еле живая вообще. Лисица ждет своего выхода. Сестрица. Боже мой, бедная, ты давно уже тут? Исхудала. Смотри, какие у меня грустные глаза. Конечно, прямой эфир в такой ранний. Юлечка, привет! Как я рад тебя видеть! Красотуля! Желтое такси, радиоволна, просто увези, сама не знаю куда. Я так не хочу, я тебе клянусь, больше не вернусь, ему я больше не вернусь. Желтое такси, и
тело после спортзала, я просто умираю, если честно. Вау! Она просто умирает. Помогите женщине. Я открываю дверь вот так, двумя руками, еле-еле. Ого! Андалы, интриги. Кто расследует все тайны? Даже я после бальных танцев все так не чувствовала. Мы закончили съемку. Ну как съемку? Прямой эфир. Все хорошо. Все живы-здоровы. Все отговорили, отыграли. Время почти час ночи. Я только сейчас поеду домой.